Тут я немного рассверлил, когда себе ставил, но проблема данных крючков в другом, в том, что здесь очень маленькое расстояние, и вытаскивать сумку, если она загружена, или рюкзак, крайне проблематично. Поэтому попробую сейчас прогреть и немного его раскрыть. Собственно говоря, вот что у нас получилось. Раскрылось в два раза больше. Упасть оно не упадет, я думаю, что все будет адекватно и нормально. Теперь ждем, пока оно, естественно, остынет. И поставим на машину. Будем пробовать, какая из них лучше. Теперь намного проще будет сюда что-то повесить.